Game on. Всем привет, друзья, с вами ММА. Ну что же, у нас залетело обнову. Обновление я уже провел, но осталось теперь только дождаться, когда в игру запустят, потому что у нас там намечается нереальная компенсация. Не знаю, сколько там, миллион с чем-то у меня было, последний раз не смотрел уже. Но сейчас мы узнаем, что же нам дадут. Блинки, сколько их будет, что с этим можно делать. И все это проверим, так что присаживайтесь поудобнее, обязательно закидывайте лайкосик и подписывайтесь на канал, так что будет много интересного, уверяю. Ну, погнали. Ну что, народ, по закону жанра, когда садишься кушать, по идее, должно впускать в игру. Так что мы заходим в игру и проверяем. Ну что, народ, уже много времени прошло. Давайте попробуем, затестируем. Я тут что только не делал, пока ждал завершения тех перерывов. Ну что же? Да, заходит, походу. Ё-моё. Новый способ делать покупки. Блинги, это новый способ. Вы получаете 112 937 блинков взамен на ваши 1 129 370 000 старпоинтов. Вот, здорово, куб. Так. Собрано максимальное количество потратить. Чего? Чего? Вы скажете, что я теперь ничего не могу собрать? Короче, куб в телеге кидает. А чё, музыки нету? Куб кидает в сообщении, что ему пришли блинги за мастерство, хотя сезон предыдущий. Кидает скрин, что у него старпоинты не забрали. Народ, вас забрали старпоинт? Напишите. Акции. Ну вот, все за блинки могу купить, да, теперь? Какой-то подарок. Но вот это я не понял, что это значит. Почему я максимум могу собрать 7000 блинков? А что мне делать со 105к блинками? Что будет с ними? Что за бред? Я это вообще не понял. Окей, также у меня есть тут сообщение. Какие-то пины пришли. Я испугался, что за кольт? Думаю, что за перс? Вы звезды превратились в блинки. Окей. Блинки так блинки. И спа есть. Нифига себе. ХД хот-доги. Давайте первым делом чекнем. Блинки. Что будет сейчас? Одну выиграть? Кто-кто? Имба. Просто мета. Люта. Люта пушка. Погнали. Это лютая мета. Окей, сейчас одну сыграем. Что с нами будет, если у нас лимит 7000 блинков, а мы типа имеем 100к? Что будет, что если сейчас... Давайте... А, 20, забыл. 20 звезд же тут по фасту надо залутать. Сейчас рандомчики покажут мастер-класс. Так, одну уже стырили звезду. Красава, бро. Уже 3 звезды летим. Так, уже 5 летим. Так, домой двое. Но мы пока проиграем. Пофиг, надо бустик бустырить. Давай, Фэнк, фигач. Не могу достать, что? Что ты? Кинь, кинь бустик, я стырю. Спасибо. Спасибо. Иногда бывает не дают буст. Это халява.
Сейчас ждем. Смотрите, минус 3. Почти. Офигеть, и мы на равных. Еще и проигрываем. Давай, давай, сейчас забыть. Добейте, добейте его! Фух, ё-моё, что за бред? Я там... Ух, лютый, лютый момент, смотрите. В лобби улетаем. Ну, ладно. По Гавсу не буду. Он был сапом, он помогал. Чё по Фэнгу? Он только отхилился, он дамаг даже не дал. Теперь самое интересное. А все забирается. Никаких лимитов, никаких пределов. Окей. Сейчас же еще ники открыты будут. Так, вот тут сейчас вообще... Как же... Коцаться нельзя-то? Вообще прям. Прям совсем. Ай... Так, окей, все ники видны. Ну, давайте попробуем. Кстати, Сэм тут имба, может быть, он же сам себя хилит. Здорово, Макс. Ой-ой-ой, вообще нельзя. Бро, не забывай, ты тут хилиться не будешь. О, худок, худок. Покушать, покушать. Оп, скушали. Че, братишка? Братишка, дай покушать, покушать. Здравствуйте. Я хочу один хот-дог заказать. Ладно, ты забирай. Бери, бери. По раздам этого сеймба. Можно так душить, просто жесть. Никто не хилится, прямо пошел. Так. Не, блин, выглядит круто. Так, дай покушать. Так, тот тоже съедим. Не, ну еще бы они бы не спавнили, чисто закиллы. Тогда бы вообще имба была бы. А то чел сидит в кусту, покотался, скушал художек и все на этом. Тик, не надо. Блин, тик, тут тоже имба будет. Так, художек бы скушать. Так, закрысили. Чела закрысили. Но тика все равно можно кошмарить. Художек, дайте покушать. Кушать хочется очень. Один худог. Куриная сосиска. Майонеза немного. Кетчуп тоже. Окей, погнали. Через стеночку. Вон тут. И чё, хот-доги не дает? Боже, ну что, ты будешь драться или ты просто вот как будешь угорел? Окей, раз ты так любишь бег, давай. Чё, в лобби не хочешь? Почти. А где хот-доги? Столько заказ ждешь? Деньги дал. Окей, еще одна есть идея. Это у нас Барли с гаджетом на хил. Так что погнали, посмотрим. А чё так этих много? Их не было столько раньше. Не, я тебе не доверяю, извини. Даже если ты меня узнал, то я тебе не могу точно... проверить, что ты действительно вот этот не атаковал сразу, вроде один раз ты куда. Окей, да, я минус. Подловили. Ладно, что народ сказать, этот режим прикольный, но можно Барли с хилом взять, тогда будет имба.
вот эти все, я не знаю, они мне нафиг, честно говоря, не нужны. Ну, так, конечно, круто, да, пойти купить, но ну, как-то пофиг. Коллекций, да, очень много. Но теперь, кстати, легко выбирать коллекцию на дуэль. Это имба, можно просто закупить и все, пойти сразу. Так что, может, еще такое будет обязательно. Ну, будем на это подводить итоги. С вами был ЭМА. Всем удачи, всем пока. Пишите, сколько у вас там, ну и как ваши дела обстоят.